Человеческий фактор это так, это теория ошибок. Ну, то есть его лучше убирать из уравнения. Людям свойственно ошибаться. Но если сделать так, чтобы система была без ошибок. Компания Apple, у которой типа подрядчик самый большой типа, в мире Foxconn, они сейчас пытаются внедрить роботов, которые заменяют вот эту мануальную работу. У них 1 миллион людей, которые что-то делают руками. Идут роботы. Ну, естественно, они не согласны. Ну, а роботы не ошибаются. Ну, то есть вероятность того, что робот уже типа ошибается, это большой конвейер, типа сложный.